Роттердам избран городом, в котором состоится конкурс Евровидения 2020 года. Такое решение в пятницу озвучил оргкомитет мероприятия. Столица Амстердам сразу отказалась, еще три города конкурента быстро выбыли, и фактически Роттердаму противостоял лишь Маастрихт. У нас было четыре критерия. Самым важным, конечно же, было расположение. Ведь мы будем устраивать телешоу для 200 миллионов зрителей. Зал «Ахой» в Амстердаме удовлетворяет всем требованиям. И именно там будут сниматься три великолепных шоу. Нидерланды получили право на проведение конкурса благодаря победе голландца Дункана Лоуренса. Страна участвует в Евровидении с самого начала, принимала конкурс четырежды, но в последний раз еще в 80-м году, причем не как победитель. Израиль тогда отказался проводить мероприятие по финансовым соображениям. В этом году исполнители состязались как раз в Израиле. Сейчас уже 34 страны подтвердили участие в конкурсе, в том числе Россия и Украина.